Сегодня я приглашаю вас на ловлю хищной рыбы спиннингом, причем летнюю ловлю, то есть когда температура воды очень высока, а активность рыбы близка к нулю. Какие же приманки необходимо применять в этих условиях и какие методы лучше всего использовать? Вот мы и попытаемся сегодня разобраться с этим. Лучшее время дня для ловли рыбы летом, и на это есть несколько причин. Во-первых, именно утром вода в водоемах наиболее прохладная, а значит рыба будет активна. Во-вторых, в это время дня рыболов чувствует себя наиболее комфортно, по той же самой причине – прохладно. Такая небольшая щучка взялась на волка. Хоть ветер, волна довольно большая, как относительно, но зато, чем это хорошо, щука меньше видит рыболова, она меньше боится приманки. И довольно активно выходит даже в такую волну на поверхностные приманки, в данном случае на волкер. Но данная щучка взяла на колебалку XPS. Ой, колебалки летом тоже работают. В данном месте просто очень много травы, заросли челима, водоросли. И провести другую приманку очень сложно. Безусловно, мы не используем в лиманах при ловле рыбы классический спирулина. Мы его, так можно сказать, подогнали под те условия, которые у нас есть. Это незначительная глубина, 1,5-2 метра максимум. Вот. И удилища, которые мы применяем, это обычные спиннинговые удилища, а не удилища, созданные для этого метода ловли. Глубины, так я уже сказал, глубины небольшие, то удилище можно использовать от 2 метров и, ну, уже, естественно, больше. Основная задача этого метода – доставить наилегчайшие невесомые приманки, которыми можно соблазнить рыбу, на большое расстояние. Так как, например, штиль, вода очень прозрачная, рыба вас близко к себе не подпустит. Но в то же время она очень привередливая и будет реагировать только на, ну, что-то с ее точки зрения очень вкусное, например, на какие-нибудь маленькие клестера различных цветов, которые практически ничего не весят. И чем он медленнее будет тонуть в воде, тем активнее будет его брать рыба. И, безусловно, клестер ничего не весит, забросить мы его можем даже на сжиг головки, ну, максимум на 10-15 метров, а нам надо кинуть на 30 метров. Для этого мы используем поплавки из бирулина различных весов. Они бывают, тут вот, в данном случае мне 12-20, вот на удилище стоит 5 грамм и так далее и тому подобное. Они бывают как плавающие, так и тонущие, суспендеры. У нас же в основном мы используем плавающие поплавки, так как, я уже сказал, глубины очень незначительные, другие как бы и не нужны. Вот. Из чего состоит оснастка? Безусловно, само удилище, леска лучше плетеная, потому что чувствительность здесь выступает, играет главенствующую роль. На нее, на плетеную леску, мы одеваем поплавок с бирулина. Дальше ставим бусину в роли демпфера и верклюшки. Лучше 3 верклюшка, чтобы убрать перекручиваемость поводка, которая может образовываться при быстром подмотке приманки, она будет вращаться и закручивать у вас поводок. Длина поводка, он обычно делается из монофила, прежде всего избирается из глубины ловли. То есть если у вас глубина сантиметров 50, то поводок станет сантиметров 30-40. Если глубина метра полтора, то метр 30. Вот. А главное, чтобы в таком вот состоянии при забросе вот эта оснастка была не длиннее длины удилища, иначе будет ее очень-очень сложно забросить. Скажу вам и покажу, как с помощью оснастки с поплавком с бирулина поймать рыбу. В качестве приманки я буду использовать небольшую джиг-головочку весом 1 грамм. Вот. Почему именно такую? Потому что здесь глубина небольшая, порядка 50 сантиметров. Если использовать вообще оснастку без утяжеления, без свинцового грузила, то приманка будет идти в практически самом поверхностном слое воды, и рыба навряд ли в данный момент при такой волне выйдет к приманке. Поэтому нам необходимо немного заглубить приманку ближе ко дну. Вот примерно 1 грамм, я думаю, как раз
будет то, что нужно. На эту оснастку я одену твистер небольшой, у меня их здесь, видите, несколько цветов различных. Но так как сейчас очень много малька, то я думаю, что белый цвет будет как раз то, что необходимо. Он наиболее будет похож на живность, которая сейчас в воде очень много. Итак, я одеваю твистер на джиголовку. Вот таким вот образом прокалываем и надвигаем к самому концу. Таким образом, что запятая твистера, так сказать, хвостик смотрит вниз, а крючок джиголовки смотрит вверх. Тогда меньше будет перехлестов. То есть хвостик будет меньше цепляться за жало крючка. Оснастка готова. И сейчас мы ее будем забрасывать. Возле лодки непосредственно рыбы почти нет. Она находится у камыша. И мне необходимо туда приманку доставить. Если бы я забрасывал просто жиголовку без поплавка спирулина, я бы добросить ее не смог, потому что здесь расстояние порядка 25-30 метров. С поплавком, в данном случае весом 5 грамм, я это сделаю без проблем. Делаем заброс. Приманка приводнилась, и я начинаю медленную проводку приманки, слегка подергивая. Топ он берет практически с каждого заброса, но Игорь бросает на вращалку третьего номера, если я не ошибаюсь, которая весит грамм 7. А я ловлю твистер с головкой 1 грамм. Но бросаем мы примерно на одно и то же расстояние, потому что я использую поплавок спирулина. Вот такая красавица. Поймалась на твистер, все с той же оснасткой спирулина. Красивое, просто заглядение. Как видите, даже летом в сильную жару рыба все-таки ловится. Так что не зачехляйте свои снасти, а отправляйтесь на водоем. И вы обязательно будете с уловом. Удачи вам!